смотри, шишки. Тоже упавший и да. Тоже продолжает плодоносить. Да. Да, серьезный аппарат. Можно сделать такой же воздух в Москве? Невозможно. Это не ко мне, это к президенту. Да. К этому надо стремиться, во всяком случае. Все, что можно сделать, это бывать здесь почаще. Довести эту историю. Вот. Девостой молодняк. Для животных это даже еще и лучше, для копытастых. Подожгли его, сожгли. И потом, после этого, когда стал уже новый растительный состав, древостой появляется, и звери все опять вернулись на место. Да. Природу саморегулируется. Да. Интересно. Как нам учить, да? Мы высоко над облаками. Намного выше облаков. Солнышко греет, начинает испаряться. Mm-hmm. Супер. Облака. Мы выше облаков забрались. Красота. Да. Забрались за облака. Шишка. И шишечка в центре. Шишка сверху.